В то время как Дженк находится в преддверии очень важного делового соглашения, запись видео инцидента, который Сумру устроила в ресторане, просочились в интернет. Дженк начинает выяснять, кто слил это видео в интернет. Видео ресторана, которое находится в интернете, вызывает у всех возмущение. Кто же слил в интернет? Азми, который узнает, что Сумру вернулась на работу, идет к ней, чтобы выяснить, почему она сделала это. Ответ Сумру изменит ход их отношений. С другой стороны, таинственный человек, который заговорит о том, что расскажет Азри об убийстве ее отца, угрожает ей, чтобы она никому не рассказывала эту историю. Азра, не знающая, как найти деньги, которые человек хочет получить, буквально загнана в угол. Она насладится очередной, а именно 36-й серией турецкого сериала «Не отпускай мою руку» на русском языке вы сможете уже 14 апреля. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.